Друзья, всем привет! Всем привет! А у нас очень радостное событие. Мы записали ребенка в садик. Нашли садик, вот он за нами стоит, садик. Садик католический. Там преподаватели — это сестры с костела, с вот этого. Но нам безумно понравилось то, что у них там есть. У них еда, они прям сами там все готовят. Все. Да, давайте. Давайте я вам покажу. А ну, подержи вот эту штуку. Я сейчас вам покажу. Вот. Дали нам вот такую магнитную карточку, чтобы мы спокойно могли заходить в двери. С документами никаких вопросов не возникло. Мы спокойно приехали, подписали. Заняло это 15 минут. Волокиты никакой бумажной не было. Все довольно спокойно, хорошо. Нам показали садик. Я немножко видео на улице поснимал. Он огромный. Как видите, да, вот сзади меня он огромный, то есть там три уровня, и столовка есть, и три группы, четыре даже группы. По деньгам, получается, если ходить с утра до вечера, с утра с 8 до без 15.5, да, без 15.5 же? 35. Да, в 16.35 забирать, то получается с едой совсем 300 злотых. В принципе, нас это мега устраивает. Мы платили 350, платили 400 в том садике. Нас это устраивает вполне. Так что по деньгам нормально. Еда, детей много. Они раньше, в общем, были тоже частниками были, а сейчас они перевелись как государственный садик. Чтобы быть дешевле. Да, чтобы быть дешевле, чтобы групп больше набирать. То есть, собственно, детей очень много. А вообще, то есть, очень классная штука, когда, если вы будете до часу, если вдруг будете в этот ходить, до часу вы не платите, в принципе, только за еду платите, и все. За два посилка, получается, да? Или если они будут брать обед, то, конечно, там как можно? Можно только платить за завтрак, или за завтрак и обед, и трехразовое питание. Как да. У нас целый день трехразовое питание, мы платим за трехразовое. А если после часа ребенок остается, то еще один злотый сверх часа. То есть, ну, в среднем нам посчитали, что примерно 300 злотых в месяц получается со всеми. Со всей едой и со всеми вещами. Так что, в принципе, очень круто. Мы очень довольны. Завтра ребенок уже идет в садик. И это классно, это обалденно. То есть ребенок будет с детьми и вообще... Общаться, развиваться, учиться. Да, а кстати, а вот там он школа, куда ходит средняя дочь. В принципе, тут все рядом, и можно их сразу в одно время забирать. В общем, такие у нас новости, друзья. Сегодня ребенок первый день в садик пошел. Опять волнительное такое чувство. Все-таки первый день в новом садике. Садик, блин, правда классный, реально классный. Я, знаете, за что переживал? Я вчера про это не сказал. Я очень переживал, чтобы в садике не было вот этого фанатизма по поводу религии. Я надеюсь, такого не будет. Садик действительно очень шикарный, очень классный, очень современный. Ну, Будет возможность, я еще поснимаю, конечно, если разрешат. Ну, а вообще скажу, классно. Обалденный садик. Друзья, всем привет! Всем привет! Три дня мы уже ходим в садик. Очень прикольно, очень классный садик. Отношения классные. Ну, нам очень, мы безумно рады.
Послезавтра бегу, бегу благотворительный марафон. Ну, как бы там не марафон, 5 километров. Забег такой на 5 километров благотворительный. Бегу, готовлюсь. Сегодня пробежал, как раз пятерочку пробежал, там 5-300 пробежал. В принципе, время неплохое, но можно, можно работать с этим. Но вообще классно. Если есть вопросы, друзья, кстати, по садику, пишите, с удовольствием поотвечаю, потому что все-таки это государственный садик, и я не помню, говорил или нет, но это государственный все-таки садик. Они были частниками, стали государственный садик. Мы платим только за еду. Ну, по-моему, я уже это говорил. Так что будут вопросы, обязательно пишите. Чем смогу, помогу, отвечу. То, что сам знаю, то, что, через что мы с вами проходили. То, что не знаю, не скажу, к сожалению. Но вообще нормально. Вообще нормально, очень много работы, немножко сейчас все структурировалось, стабилизировалось. Помощника взял, помощник сейчас еще работает, помогает мне именно в товарном бизнесе. Взял на себя часть там звонков. Ну, так, так все ровненько, в принципе, все хорошо, работаем, работаем, живем. Опять же, если есть вопросы по Польше, пишите, я постараюсь ответить. Напомню, что я еще раздаю книжки бесплатно. То есть, есть у меня две книжки по интернет-магазинам и есть у меня по ресторанам. Кому какая тема интересна, обязательно пишите. Я с удовольствием отправлю в любую точку мира, куда вы скажете. Но единственное, то есть, если по Варшаве, если по Польше, то я за свой счет отправлю. А если это другая страна, еще что-то, то вы только за доставку. То есть, я оплачу саму печать, то есть, все вот это оплачу, саму книжку. А вы только оплачиваете стоимость доставки к себе. И, в принципе, все, книжка ваша. А я все тестирую цирюльни, парикмахерские. Видите, подстригли сзади меня салон. Не успела в свой доехать, но решил эту протестировать. Все же еще, думаю, может быть рядом, чтобы и время не терять много. Ну, как итог, что могу сказать? Ну, стрижка на 3 с плюсом, так себе. Так как я много знаю лучших стрижек и знаю, где лучше стригут. Но нужно отдать должное. В конце помыли голову хорошо, два раза помыли голову. И третий раз намазали какой-то, не знаю, жидкость. Ну, то есть, может, крем какой-то, ну и массаж. То есть, вот массаж был прикольный. Сделали массаж и два раза голову помыли. В конце тщательно, очень хорошо вымыли, чтобы мне волос не было. Ничего не колется, ничего не чешется. Ну, а стрижка сама по себе так на троечку. Так что все равно буду ездить туда. Вот опять 15 числа поеду туда. А постригся, собственно, ради того, чтобы бежать 5 километров. И думаю, чтобы, ну, немножко легче хоть было. Ну, не знаю. Напишите в комментариях, как вам вообще стрижка. Будет приятно почитать. Друзья, всем привет. Сегодня суббота, сегодня бег. Воскресенье, сори. Сегодня у нас бег 5 километров. Прислали мне смс-ку с номером моим. Сейчас хочу пойти узнать, во сколько конкретно у нас начало. Потому что там написано с 13 до 16. Ну, довольно прохладно, дети приболели, что-то опять в садик пошли, в школу пошли и приболели. Пойду узнаю точное время, когда начнется старт на 5 километров. Ну и тогда возьму номерок, наверное, свой, возьму там трекер, чтобы уже дома приготовиться и нормально себя чувствовать. И уже в полной боевой пойду пробегусь. Ну и в конце мы запланировали пожарить бургеры. Взяли говяжьих котлет, уже готовых под бургеры. На гриле пожарим говяжьи котлеты. И взяли колбаски домашние, тоже пожарим. Ну, как-то отдохнем сегодня. У нас был праздник, День независимости. Так что у нас везде флаги висят, почти везде на домах. А вот сегодня у нас бег. И в конце месяца мы еще с средней дочерью тоже бежим 26 числа. Тоже я бегу 5 километров, она бежит 250 метров или 500, 500, по-моему, бежит. Так что вот такие дела. Пожелайте мне удачи. Наверняка вы уже смотрите видео, когда я уже пробежал. Но все равно пожелайте мне удачи. Мне будет очень приятно. Потому что я не часто так бегаю. Тренировки у меня вот были. Я позавчера пробежал чуть больше 5, тренировался как раз, чтобы
чтобы не ударить грязь лицом. Но, тем не менее, очень волнительно, правда, знаете, очень волнительно вот этот бег сейчас пробежать и не пробежать последним, да, и сделать хороший результат, потому что все-таки семья придет, поболеет за меня. В общем, волнительное чувство. Все. Мощно, 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 ма быть, цена степлей. Skip up. Ну вот, пробежал я пятерочку, зафиналил. Получил вот такую медальку. Очень приятно, очень классно. На самом деле бегать мне очень нравится. И особенно участвовать в таких соревнованиях очень круто. Люди дружные, обалдеть какие дружные. Допустим, ты останавливаешься, где-то что-то там прищемило, там, или дух надо перевести. Но тяжело все-таки бежать грязюка, и трасса не такая уж и легкая. И люди тебя поддерживают отлично. То есть вот я бежал, там горка, грязюка, девушка не могла спуститься. Тоже поддержал, подал руку. Как бы нет в этом проблемы никакой. Так что вот пробежал, в принципе, ощущение классное. Улучшился на 26 секунд с прошлым разом. И вообще шикарно. Теперь буду еще ждать 26 числа. Буду бежать с дочерью. Дочь бежит 200 метров. Я бегу еще раз пятерочку. Потом еще в декабре пятерочку. Ну и на следующий год уже начну по 10 бегать. То есть нога уже приходит в порядок. Начну бегать по 10 метров. У нас скоро 1 декабря. Середина ноября. А у нас зелено, зелено, зелено. Красиво. Мы сейчас еще пожарим колбасок, котлеток, бургеры сделаем на гриле говяжьи, колбасок домашних пожарим. Я себе припас пива безалкогольного, отдохну, отпразднуем победу. Вот так. Так что, друзья, вот так вот закончился бег. Если закончился бег, закончился выпуск этой недели, если он понравился вам, ставьте лайк. Пишите в комментариях свои вопросы. Спасибо за поддержку, что поддержали. Спасибо, что смотрите. С вами был Александр. Всем пока-пока.